Результаты выполнения федеральных целевых программ за первые месяцы нынешнего года обсудили сегодня на заседании правительства. Как отметил Дмитрий Медведев, по большинству направлений работа идет в соответствии с планом. При этом премьер напомнил, что средства, которые выделяет государство, необходимо использовать максимально эффективно. Еще один важный вопрос. Поправки в жилищный кодекс, они позволяют государственным надзорным органам взять под контроль обоснованность нормативов на услуги ЖКХ. Теперь жилищные инспекции могут контролировать точность и обоснованность нормативов потребления коммунальных услуг. Вопрос этот, казалось бы, технический, но тем не менее важный, потому как на основании этих нормативов рассчитываются коммунальные платежи. Нормативы потребления тепла, воды, электричества, других коммунальных услуг сейчас определяются по решению региональных властей, но должны соответствовать правилам, которые установлены на федеральном уровне. Проверять, как выполняются эти требования, будут и жилищные инспекции. В случае нарушений у инспекторов теперь будет право выдавать региональным властям предписание об их устранении.